музей есть последний остаток культа предков. Уничтожить музей нельзя. Как тень, он сопровождает жизнь. Как могила стоит за всем живущим. Всякий человек носит в себе музей. Носит его даже против собственного желания. Как мертвый придаток. Как труп. Как угрызение совести. Люди жили, то есть ели, пили, судили, решали дела. Издавали их, полагая оконченными, в архив. Вовсе не думая при этом о смерти и об утратах. В действительности же оказывалось, что сдача дел в архив и перенесение всяких останков жизни в музей были передачей в высшую инстанцию, в область исследования, в руки потомков. Алло? Великие художественные произведения, изображая мир, усиливается дать ему свой образ. Отражая мир в себе, они отрицают его. Эта инстанция не суд, ибо по всему сданному сюда, в музей, восстанавливается и искупляется жизнь, но никто не осуждается. Высшей степени же своей оно достигнет тогда, когда за смертью воскрешение будет следовать непосредственно. Музей есть собрание всего отжившего, мертвого, негодного для употребления. Но именно потому-то он и есть надежда века.
Существование музея показывает, что нет дел конченых. Для музея самая смерть не конец, а только начало. Нет такого действительно художественного произведения, которая не производила бы некоторого действия, некоего изменения в жизни. Художественное произведение есть проект новой жизни. Музей, очевидно, собирание всех. Назначение музея – быть ловцом человеков. Музей из предметной стороны есть совокупность лиц. То есть музей есть собор живущих сынов. Собирающий произведения умерших людей. Отцов. Задача музея поэтому восстановление последних по первым. Музей есть первая научно-художественная попытка собирания или воспитания в единство.
воскрешение соединяет идеализм с материализмом. Музей есть высшая инстанция, которая должна и может возвращать жизнь, а не отнимать ее. Древние египтяне в нужде закладывали мумии своих предков, несмотря на то, что в их представлении такой заклад равнялся ухудшению судьбы предков. Подземное царство, что считалось адом, есть даже особое специальное ведомство музея. Для музея нет ничего безнадежного, то есть такого, что оживить и воскресить невозможно. Когда музей был храмом, то есть силой регулирующей, поддерживающей жизнь предков, по крайней мере в представлении людей, тогда воля, выражавшаяся в этом, хотя и мнимом действии, была согласна с разумом, признавшим это мнимое действие за действительное. Тогда и разум не отделялся от памяти. А действию поминовения, нынешнему обряду, придавалось реальное значение. Тогда память была не хранилищем только, а и восстановлением, хотя и мнимым, и только мысленным, но все же служившим действительной гарантией сохранения Отечества, общего происхождения, братства. Когда разум отделяется от памяти об отцах, тогда он становится отвлеченным изысканием причин явлений, то есть философией. Не отделенный от памяти об отошедших, он есть искание не отвлеченных причин, а отцов. Разум, так направленный, становится проектом воскрешения. Лингвистические исследования подтверждают это первоначальное единство способностей. Один и тот же корень оказывается в словах, выражающих и память, и разум, и вообще душу, и, наконец, всего человека.
подтверждает единство памяти и разума. Также психологические исследования, сводящие процессы знания к закону памяти и ассоциации, волю же обращающие в регуляторы действий. Потому мы и можем сказать, что от памяти, то есть от всего человека, родились музы и музеи. Цель музея не может быть иною, чем цель хоровода и храма предков, в который превратился хоровод. То есть солнцевод, возвращавший солнце на лето, возбуждавший жизнь во всем, что замерло зимою. Действия музея должны иметь силу, действительно возвращающую жизнь, дающую ее. Прошедшее составляет предмет истории. Обсерватория наблюдает мир, который слит с памятью об умерших, о прошлом. Началом обсерватории были солнечные часы. Первобытный человек определял время, вероятно, по собственной тени. В позднейшее же время, в городском быту, солнечные часы заменили этот способ определения времени. Это было орудие измерения своих действий и вообще прожитого. Потому-то часы и стали атрибутом смерти. Воспитательное значение обсерватории как школы требует, чтобы праздное глазение обратилось в обязательное наблюдение, чтобы небу было дано столько наблюдателей, сколько в нем звезд. Глаза поднять к небу.
Нужно созерцание обратить в наблюдение. Обсерватория относится к музею, как внешние чувства относятся к разуму. К разуму, который не может быть отделен от памяти об отцах, а составляет с нею одно неразделимое целое. Музей, объединяющий сынов человеческих для всеобщего исследования неба, относится к обсерватории. Только для одних, жаждущих мщения, в музее нет утешения. Ибо он не власть, и, заключая в себе силу восстанавливающую, бессилен для наказания. Ведь воскресить можно жизнь, а не смерть. Не лишение жизни, не убийство. Музей есть сила, извлекающая из употребления то, что производило раздор, служило вражде. Не ожидая, когда все это станет негодным для употребления. Для астрономической обсерватории нет прошедшего, как нет его и для движения Солнечной системы, которая есть не прошедшее, а продолжающееся явление, открываемое по изменению положения звезд. Почему астрономам и необходимо памятовать? Содержать, так сказать, в себе положение звезд, внесенные в самые ранние каталоги. Здесь, таким образом, память сливается с разумом, а прошедшее с настоящим до того, что смерть наблюдателей является только сменой часовых. Нет прошедшего и вообще для естествознания, так как само оно – только представление человеческим родом природы или проект управления ею, приводимый в лице музея, объединенным человеческим родом восполнения. Но музеи с обсерваторией, производящий только рекогностировку, остается пока организмом без органов действия, без рук и ног.
Этот организм – музей с обсерваторией. И останется без рук, если город и село прибудут разъединенными. И самые воспоминания, хранимые музеем, не будут действительным материальным воскрешением. Постоянные раздоры дали вопросу о мире и об обществе первое место. И затмили основной всеобщий вопрос. Но пока история будет повествовать о человеке как раздорнике, пока будет смотреть на жизнь человеческого рода, как она ныне есть, только как на факт, не задаваясь вопросом, чем она должна быть, то есть проектом будущей жизни. До тех пор человечество не опознает в астрономии, в космическом искусстве или в мировой регуляции своего общего дела. Чтобы иметь мир внутренний, без которого невозможен и мир внешний, нужно быть не врагами своих предков, а действительно благодарными их потомками. Музей есть не собрание вещей, а собор лиц. Недостаточно ограничиваться поминовением только внутренним, культом лишь умерших. Нужно, чтобы все живущие, объединяясь по-братски в храме предков или музее, который имеет своими органами не обсерваторию лишь, но и астрономический регулятор, обратили бы слепую силу природы в управляемую разумом. По имени неразрушимой энергии космоса, во имя истинной религии, культа предков, во имя истинного социального равенства, означающего
бессмертие для всех. Во имя любви мы должны воскресить наших предков из космических частиц, как минералы, как оживленные растения, солнечными, самокормящимися, коллективно осознающими, бессмертными, транссексуальными, на Земле, в космических кораблях, на космических станциях, на других планетах. Все.